Уважаемые зрители, на старте финальный заплыв на дистанции 50 метров брас женщины. Women's 50 meters breaststroke. Рекорд мира 28.80 принадлежит участнице заплыва на пятой дорожке Джессике Харди в США. В заплыве принимают участие Мария Темникова, Россия. Мария Темникова, Россия. Елизавета Базарова, Россия. Елизавета Базарова, Россия. Риеканета, Япония. Риеканета, Чепен. Валентина Артемьева, Россия. Валентина Артемьева, Россия. Джессика Харди, США. Джессика Харди, United States of America. Йенна Лаукинен, Финляндия. Йенна Лаукинен, Финланд. Южахе, Китай. Южахе, Чайна. Екатерина Уйменова, Россия. Екатерина Уйменова, Россия. Уважаемые зрители, результаты на табло официальные. Первое место и звание победительницы этапа Кубка мира –